Hello, hello, my dear friends. This is competitions of triathlon, but it is special competitions. Which special in these competitions? Heroes. It's really heroes of these competitions are people who has serious ill and hasn't some part of their bodies. But they doesn't give up. They are super athletes in competitions of world level. This is a very big, it's very great reason to respect these girls and guys. This is a reason for looking on them and not give up and looking on our problems, which is very little, because these guys and girls are really heroes. They are running, they are swimming, they are cycling, and this is very cool. Всем привет, дорогие друзья! Мы сейчас видим триатлон. Но этот триатлон особенный. Это соревнование людей, которые чем-либо серьезно больны, либо у них нет какой-то части тела. Но они не сдаются. Глядя на этих ребят, вообще язык не поворачивается сказать, что это люди с ограниченными возможностями. Это люди с расширенными возможностями. И они очень крутые. Глядя на них, я испытываю большую мотивацию. И глядя на проблемы, которые мы когда-либо испытывали, мы видим, что это не проблемы, что это просто задачи, которые необходимо решить. Этих ребят просто необходимо уважать, их необходимо пиарить, потому что они не поднимают рук, они не сдаются, они преодолели свои болячки, и они стали спортсменами мирового уровня, они участвуют в самых крутых соревнованиях мирового уровня. Эти ребята молодцы, погнали смотреть! Субтитры
は立ち止まらずにご通行いただきますようご協力をお願いいたします。Сейчас мы можем увидеть, что у параатлетов столько же болельщиков, столько же фанатов, сколько и у обычных олимпийцев. Также люди горячо поддерживают своих любимцев, и я считаю, что параатлеты вдвойне, втройне, в 10 раз больше заслуживают поддержки и аплодисментов, нежели обычные спортсмены, обычные атлеты. These athletes, I cannot speak para athletes. They has many fans and they are protected many. I think that they can be protected too much than ordinary athletes. ワイヤーズ東京オリンピック大会の新型コロナウイルス感染症拡大防止のため、沿道の感染自粛をお願いしております。
こっち
А вот сейчас беговой этап олимпийского, паралимпийского триатлона закончен, и олимпийский персонал, олимпийские журналисты дают интервью, делают фото, видео, чтобы показать свои впечатления от данного события. Just running and cycling stage of these competitions are finishing, and we can look people. This is Olympic staff and journalists which doing videos, photos for show their emotions from this great event. だけどその OK が安いと思います。
Just to look stage of demontage of all decorations and construction of triathlon competitions. Сейчас мы видим очень важный этап демонтажа конструкции и декораций в этих паралимпийских соревнований. Today we was looking unreally cool and great guys and girls, and this is great motivation for us. This is a reason to respect them and look on ourselves that we can everything. On this optimistic moment, I finish my video. See you later. Bye-bye. Дорогие друзья, сегодня мы увидели поистине крутых и великих ребят. И для нас это повод задуматься, что наши какие-то проблемы по сравнению с тем, какие результаты показывают они, это абсолютные мелочи. И мы должны гордиться, что вообще в мире есть такие ребята. На вот этой вот оптимистичной ноте я закончу свое видео. Всем пока-пока, увидимся в следующем видео. Thank you.